Hey, okay, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Slain Back from Hill. Ну, давайте просто будем ее назвать Slain. Так, ладненько, новая игра. Ну, слот один. Какие-то призраки. Пробудись, Бород. Земля рыдает вновь. Восстань. Ох, изиди, дух. Я дал тебе достаточное в прошлый раз. А ты всю же узнаешь меня, Батарин. Разумеется, теперь уйди. Время вновь пришло, Страж. Твои дети нуждаются в тебе. Я говорил тебе, у меня нет детей. Теперь дай мне уснуть. А? Зачем, о дух? Ты знаешь, что должно быть сделано? Как только вы воссоединитесь, демоны поднимутся из своих сердящих логовищ. Послужи нам славно, и в этот раз, Багль, да восторжествует огонь. Здесь. Так, это мы. Так, блок. Прыжок. А, тут еще, короче, вовремя надо опускать. Ну, у нас только рывок вперед. Ладненько. Кровавые земли. Когда грустная армия лорда Вролла хрунула из павших южных земель, чала. Те, кто дерзнул выступить против вторжения монстров, были нещадно истреблены. Победа была быстрой и жестокой, и земли, по которой промчалась свирепствующие орды, до самых отделенных уголков утонула в крови. Понятно. Батарин, мы встретились вновь. Война между нами воистину вечна. Я знаю тебя, не знаю, мерзкое отродье, но мы сразимся. Умолкни, смертный, мы подручные. Пересеку твою дерзость. Окей. Но пока что довольно быстро атакуем. Фонари полностью восстанавливают жизни и ману. И вдобавок вписывают твою судьбу в аналы чего-то там. Ой. Короче, три удара надо. Летающие головы какие-то сзади. Святой ангел также полностью восстанавливает твои жизни и ману. Ау. Допустим. А, нихера, что они делают? Я думал, типа, они безобидные. В какой-то степени. Ah,
Блин, я хотел одного живого оставить. Такое. А, нифига себе. Глупо, платформер. Сколько я уже раздох. Короче, нужно именно в момент удара сделать блок. Сойдет. Чуть опять не облажался. Они бесконечно будут оттуда вылазить? Походу, да. Так, во время убийства врага критическим ударом по нраву великого рогнома бог убитала, поэтому что-то там. Ага. 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 Прикольно. И сколько ему нужно блок делать? Ну хотя бы можно попытаться на эту ловушку присунуть. Ну блин, за это, в принципе, ни души, ничего такого не дает. Я понял, копия. Так, я куда-то провалился. Магические стрелы и фаерболы. Нажмите right. Блин, я не успел, ладно.
мне бы сейчас энергия, на самом деле, либо хпшку. Так, воздух обратился в скверну, так только... Сейчас я вообще ни хера не понял, что произошло. Но более-менее игра, да, тяжелой стала. Блин, надо приручать. Как только пробудился скелет-палач. Портал открылся. Улей. Что надо? Просто хп? То, что оно хп не увеличит, ничего такого не дает. Ну, мне скелеты нижние не нравятся. Потому что они вооружены. Ладно. А сейф можно? Сейф есть. Лес шипов. Зараза. Короче, главное отбивать вовремя вражеские снаряды. И самому в ловушки не попадаться. И желательно удачно контратаковать всегда. Thank you.
хорошо. Хоп, хоп. Пока что идеально идем. Манать, он резко по... А зачем я с ним вообще дерусь? Типа, в какой-то степени я понимаю, что с ним бессмысленно драться. Я могу... Вот, и когда он сюда залез под этот, я могу просто пробежать. Блин, урон в прикасании. Ау. Ой-ой-ой, это плохо. Он мои души сжирает. Двор кровавой башни. Кто дерзнул осквернить мое святилище? А свежая человеческая кровь, мои побеги дадут чудесные всходы. Отступись, создание, или мне придется иссечь тебе. Да, испробуй гибельский уколов моих шипов. Твое гниющее тело удобрит мою почву. Если ты не покоришься, то сгинешь. Ну ладно. Вау-вау-вау. Ну, нажмите атака, чтобы почтить великого. Ты сразил шипастую тварь, ее гнусную сущность вновь впитывает. Что там? А как это? Ну ладно, плевать. Ну факт то, что, как я понял, я выиграл. Кровавая башня. До своего падения эта башня была символом силы и убежищем храбрых защитников Чала. Разграбленная и опустошенная жестокой слугами лорда Вролла. Некогда величайшее здание, возвышенное ныне серое и холодное, как забытое надгробие. Ну что, давайте, в принципе, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока!